Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше собирать бронетранспортер ВАП. Как видите, второй слой нашего камуфляжа хорошо просох. Ну, теперь сделаем маски на броневик и будем наносить третий слой камуфляжа, третий цвет. Маски делаю довольно просто. Наклеиваю скотч на коврик. Перед этим меняю лезвие и делаю разные геометрические фигуры. Примерно, смотрите, какой у вас должен получиться камуфляж. А он должен быть у вас хотя бы в голове. И наносите маски на броневик. Зеленого цвета хочу, чтобы на модели было побольше. Поэтому и фигуры взял покрупнее, делаю крупнее. Как видите, ничего сложного нету.
друзья, закончил с камуфляжем, как наношу маски, я вам показал. Ничего сложного, как видите, в этом нету. Вот так вот получилось. Следующий цвет камуфляжа буду использовать песочный, краска Мистер Хобби Ну вот, друзья, закончил наносить песочный цвет. Теперь дам модели просохнуть где-то часа 3-4, не меньше. Ну и буду снимать маски. Самый решающий момент, самый интересный момент и самый страшный момент. Это когда снимаем маски. Посмотреть, что получится. Всегда интересно.
ну и страшно. Конечно, не хочется, чтобы что-то не получилось, или, не дай бог, масками снимется краска до пластика. Ну, будем надеяться на лучшее, подождем, ну и скоро увидим сам результат. Ну вот, друзья, прошло часа 4, начал пробовать снимать маски, все отлично снимается, такой вот камуфляж получается. Ну и сейчас потихоньку буду снимать все маски с модели. Процесс трудоемкий, надо делать все аккуратно, чтобы не отодрать и не поцарапать краску. Наверное, все-таки лучше это делать за кадром. Я думаю, сильно неинтересно смотреть весь этот процесс. Ну вот, друзья, результат моих трудов. Камуфляж мне, ребята, действительно очень понравился. Необычно, интересно смотрится. Даже как бы про себя я его назвал камышовый. Камышовый камуфляж. И вот, как я говорил, нечаянно снялся небольшой кусок краски до пластика, но это не страшно, всего лишь в одном месте получилось. У нас такая беда, исправляется это очень быстро, без каких-либо последствий. Страшнее, когда во многих местах случается такая неприятность. Если в одном, то ничего страшного. Ну вот, друзья, такой вот интересный камуфляж получился на броневике. Теперь нам остается покрыть модель глянцевым лаком, нанести декали, сделать смывку. С фильтром я еще пока не определился, делать его или не делать. А если и делать, то какой взять фильтр, какого цвета. Теперь уже хочется быстрее залакировать и сделать интересные декали на него. И вот, друзья, когда снимаете маски, можно для удобства наклеить ленту со скотча, на нее приклеивать использованные куски. Потом берете, отрываете, и у вас чистый коврик остается. Ну, на этом, друзья, буду заканчивать. Кому интересно увидеть продолжение, и вы еще не подписались, подписывайтесь, ставьте колокольчик, и вам сразу же придет уведомление об следующей серии. Всех благ, друзья, вам и вашим близким.